В регионе организовали специальные курсы для тех, кто потерял зрение. В течение 2 недель инвалидам помогут адаптироваться к непростым условиям и даже научат пользоваться компьютером. Такие сборы проводят впервые в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» в Самарской области. Первые шаги к новой жизни в материале наших корреспондентов. Возвращаемся назад к центральной дорожке. Вот так на ощупь, пока руками на миниатюрной карте, инвалидов по зрению учат ориентироваться на месте, где проходят сборы. Для тех, кто этот этап уже прошел, ждут занятия с тростью. Под руководством инструктора участники прогуливаются по парку, привыкая к новой части их жизни. Ольга Щербакова уже посещала подобные курсы. Говорит, когда-то они помогли ей понять, что потеря зрения не повод опускать руки. Вообще эти курсы... В принципе, это новый шанс для новой жизни. То есть по-новому поглядеть на жизнь и по-новому научиться жить. После этих сборов они начинают новую жизнь, они по-другому смотрят, они понимают, что они такие же полноценные люди, как и все другие. На курсах две программы – для тех, кто только столкнулся с проблемой потери зрения, и для тех, кто первую адаптацию уже прошел. Первая ступень – обучение независимому проживанию и начальные навыки работы с компьютером. На второй инвалидам предлагают использовать современные гаджеты и систему GPS для ориентировки в пространстве. Собрать аудиторию с общим набором проблем, с общими целями, задачами, для того, чтобы полностью они смогли погрузиться вот в получение тех специфических навыков, которые необходимы для этой категории. В течение 2 недель участников ждут психологические тренинги, занятия паралимпийскими видами спорта, просмотры фильмов с тифлокомментариями. Дарья Болгова, Алексей Гринев, Новости губернии.